Всем привет, дорогие друзья! С вами снова мы. Вы знаете, кто это? Алина и Вова. Продолжаем играть Assassin's Creed Rogue. Да? Rogue, изгой. Значит, на прошлой серии мы остановились опять в этом офисе современном Амстерга. И нас заставили опять сесть в анимус и закончить память Шея, Кормака, Патрика, да? Вопрос, закончим ли мы? Я не знаю, сколько тут будет продолжаться, что? Кстати, тут компьютеры вроде все взломали, но... Нудное дело, по сути, даже особо не заинтересовало. Там опять вот эти все аудиозаписи о современной Италии, о том, как уничтожили современное братство ассасинов в Италии. А вот эти камеры, к ним вот нету доступа, так что я не смогу их, наверное, пройти уже, все. Я бы с удовольствием прошла, потому что в четвертой части там было очень много интересного видео и контента. Да, давай. Мы начинаем с богом, короче, Румен и Боксик. Вот он, Шей Патрик наш родной, которого мы помним. Тамплиер. Версаль. Резиденция Людовика XVI и Марии Антуанетты. Какой декаданс. Удачи, болванчик. Франца? О, Шей, вы явно готовы к аудиенции. Мне это Юнити напоминает. Возможно, вас примет и сам король Людовик. Сомневаюсь, что меня впустят в покои короля, но я здесь только чтобы повидать делового партнера. Да, я слышал, что сегодня тут будут торговцы. Может, они придут на мою научную демонстрацию? Они могли бы что-то для себя подчеркнуть, хотя рассчитывать на них я бы не стал. Я ухожу. Спасибо вам, мастер Франклин. А они с Франклином друзьями остались. Теперь найти Шарля и чертову шкатулку. Оставаться незамеченным, да? Mm-hmm. Вопрос только, как это сделать? Это он. Шарль Дориан. А я даже знаю, кто это. Ты не понимаешь, что у Арно ассасина? Извините, такая же фамилия, Дориан. Mm-hmm. Дориан, Дориан. Угу. Он тамплиер, да? Ой, ассасин, блин, что я говорю? Потому что надо убивать только ассасинов. Ну, стражи нет? Вы меня не видели, ладно, чуваки? По балкончикам лазим. Наш как Арно? Да, Арно, Дориан. Ну или Дориан, как вам удобно. Привет. А чё я Шея, не Арно? В чём дело? Знаете, где проходит секретная встреча? Клинки есть, всё нормально, с тобой всё в порядке. Угу. Вова уже опять на ходу спит. Ну когда же ты будешь открыть, а? Угу. Нашли где целоваться, дур. Они меня сейчас не видят, я же в толпе стою. Угу. Ты чувак слишком интеллигентный, так и хочется избить его. Мне сейчас не того убьют. Если я убью, меня тут уже спалят. А, кружок находится зеленый там, и внутрь. Куда ты идешь? Нет. Ой-ой-ой, ты меня не знаешь. Незамеченным. Ну я что делаю? Я остаюсь незамеченным? Незамеченным. Стражник отвернулся, молодец. Ты чё? Так. А может, попробуем не видите? Да-да-да. Увидят ещё. Чем мы тут занимаемся? Очень неприличным. Сразу убиваем.
Да, хорошо. Минус один стражник, а мы пойдем искать того, кто нам нужен. Видел, какие у них были глупые лица? Похож прикол? Лиза, я так и знала! Я тоже. У него важное дело с королем. А что делать теперь? Подожди, это тот самый главный протагонист Юнити? Ты представляешь? Угу. А это Элиза? Она ведь тамплиер, кстати, если что. Простите, дети, но нам придется убить вашего отца. Думаю, мы его довольно легко найдем. Он не здесь, он, наверное, вот тут был. Нет, он помнит. До сих пор у меня в банке что-то находится, и меня даже на это не наблюдают. Кражу нету, сразу проверяем. Ты знаешь, самое прикольное, что двери вообще не открываются. Или просто я не могу открыть. Точнее, Шей не может их открыть. А вон, куда мы? Стоит. Если надо, я отдам за этот артефакт жизнь. Арно! Где? Вот это мы сейчас посмотрим. Арно вон там был, если что. Убить его, куда я знаю. Мой сын Арно. Вы его не видели? Видел, я скажу, давай ко мне подходи. Давай. А то я убью тебя, если не Не видели тут мальчика? Я ищу сына. Блин, бедный пацан. Бедный Асфим. Ну что, прямо просто здесь? Просто подойди сзади клинком. Ты! Предатель? Предатель. Бедный Арно, он останется без отца. Я лишь завершаю то, что начал. Но старый Коннор и его ассасины. Революция в Америке спутала вам карты. Какой Коннор? Быть может, нам просто стоит начать свою революцию. Он старый. Нет, Коннор вряд ли старый, он еще молодой здесь, наверное. Да, нет. Во времена Арно он немножко старше. Арно самого. Ох, блин. Бедный сын. Стоять за принципы нашего ордена. И все, что нам дорого. А что, все, что ли? Не раскрывать наши секреты. Прикинь, игра закончилась. И суть нашей работы. До самой смерти. Любой ценой. Вот моя новая кредо. Я Шей Патрик Кормак. Тамплиер колониальной американской ложи. Я стал старше и, возможно, мудрее. Война и революция закончились, но новое уже близко. Да направит нас Отец Понимания. Ничего себе. Ну, на этом игру мы закончили. Значит, наше мнение о ней, скажем. Все-таки концовка была довольно-таки неожиданной. Мы убили отца Арно, который станет протагонистом новой серии Assassin's Creed, это Unity, которая, кстати, очень многим не понравилась, их фиговой оптимизации. И история Шея, я так понимаю, она не закончена. Да еще не так. Мы не знаем, мы все-таки его не убили. Так же, как и Коннора, так же, как... Да, можно все-таки здесь сделать вот так. У меня все по нулям, конечно же. Ну вот. Значит, может быть, либо Шея и О'Коннери что-то скажут, либо у них будет свое тамплиерское противостояние. Не знаю, время покажет. Либо я бы хотела, вот, чтобы они объединились, тамплиер и ассасин, потому что цели у них более одинаковые. И оба они за справедливость. Как бы О'Коннер не совершил много глупостей, тупостей, слушал этого Ахиллеса, который же опять... просил убить тамплиеров всех, и в том числе своего отца, Эд Хейтема. Ну, как убили Хейтема, мы тоже знаем. Третья часть у нас, скорее всего, будет на канале, будет у нас в скором времени.
Я буду ее... Вторая, первая будет. Третью часть все-таки, третий уже раз, наверное, пройду я. Вторую часть я не знаю, буду проходить или нет. Я ее проходила много очень раз, так как она моя считается самая любимая. И мне вот сейчас вот вообще серию Assassin's, мне ее пока проходить совершенно неохота. Ну, это в дальнейшем будет еще. Ну, я пройду, может быть, третью часть. Ну, вот четвертую часть я вот планирован на канал как-то пройти, но мне что-то она тоже как-то не очень нравится, четвертая часть. Ну, можно продолжить здесь дальше. Корабль улучшать, легендарные корабли, но я уже все, наверное, этим заниматься мы не будем. Ну да, это все сами пробуйте. Если что захотим, мы можем показать там плавание, но я думаю, что не будем так как... Игра мне понравилась, по сути. Тебе, Вовка? Да ничего, нормально. Ты сам не играл, смотрел только, да? Но все равно, юбик есть поганый. Ну, и сюжет ничего, так как какое-то разнообразие, мы играем за тамплиеров уже, ассасины как-то уже всем поднадоели, то все. И, конечно же, многие ругают же этих же ассасинов, потому что, ну почему тамплиеры, почему, они же такие гнусные, то все. И, ну как сказать-то еще. Юбики отошли от своей темы ассасинов. Многие пишут, что юбики уже испортили самих ассасинов, что их превозносят уже как злодеев, то все. Но надо понимать, что есть среди одной стороны тоже плохие, среди другой стороны есть хорошие, среди тамплиеров. Это вон как Шейх Эйтем, которым мне очень понравились. И среди ассасинов есть такие же плохие, вот, например, тот же Ахиллес. Но в третьей части он уже осознал, что был полным дерьмом вот этой вот части изгой. Ну да. Что он натворил очень много зла, что разрушал города, что... убивал мирных жителей, то все. И все ради какой-то лишь своей достижения. Ну, она Коннору все правильно сказала, говоря. В смысле правильно? Чтобы он убивал тамплиеров? Не тамплиеров. Не, он как бы показывал, что из себя представляют ассасины, рассказывал, что вообще такое ассасины, то все. Да, какая цель должна быть. Да. Ни одной карты. Ладно, всем пока. Да подожди ты еще. Ладно, если что, ждите дальнейших ассасинов. Мое мнение такое, что ассасин уже после третьей части нужно было закончить. Ну, история Дезмонда. Чуть-чуть неправильно. Повсюду был должен быть Дезмонд. Ну да. Но эти идут по это. И то есть уже последняя часть должна быть как бы на этом остановиться. Но можно сказать на это, как его, на Unity последняя часть, это как убили отца этого. Ну, на Unity я пока не планирую проходить, потому нет, что... Нет, пока нет. Вот, последняя часть, чуть-чуть неправильно сделали. Я могу ее на Ютубе посмотреть, Unity, потому что... Получается, как должна... Первая Альтаир, потом идет Эцио. Вторая, потом аддоны к ней два. Brotherhood, Revelation. Ну да, аддоны, то есть это добавки. Brotherhood, Revelation. Потом идет у нас что? Потом у нас третья, да, идет сразу же? Идет третья, но это неправильно. Должна, по сути, четвертая. Быть там четвертая вместо третьей. Потом вот это изгой, потом уже... Изгой. Потом уже... Изгой. И третий. Получается Коннор третий. И после Коннора можно уже Юнити, да, смотри, Коннор, и в том же временном промежутке идет уже Арно Юнити. Нет, Арно, он как раз после После Коннора. После Коннора. Ну а как бы Коннор, он же не умер, и Арно, и Коннор же. Старый Коннор. Да, но он состарился. Да. Он сказал старый Коннор. Пипец. То есть революция уже закончилась в этом. Да, там французская уже. Французская революция. Да, потом французская. И я не знаю, что из себя представляет Арно сам, как он там... я посмотрю это на Ютубе. И как он там это защищает от революции, там, граждан, то все. Но слышала, что там очень сюжет такой уже, как бы, скопирован со второй части, с самого Эцио. И сам Арно, он тоже очень сильно похож на Эцио. Поэтому... Ну, уже не то. И все. Но я считаю, что вот мое личное мнение, что игра должна была сама, наверное, закончиться на третьей части. И юбики могут какой-нибудь новый уже сунуть, например, четвертая часть, она уже должна как-то называться была по-пиратски, что ли, Кредо Пирата, но никак не Ассасин. Потому что не знаю, Ассасинов там просто бренд. Бренд это одно.
Но мне что не все дозволено, это немножечко это, как тебе сказать, уже, а не смысл ассасинов возьми, в каждой серии ассасинов, ну что происходит? Кредо, то все убийство? Нет, ты ошибаешься. Вспомни, первая, вторая. Ну скажи своими. Теряют близких. А, ну да. И в четвертый как раз Эдвард, он потерял всех абсолютно. Это да, это уже всех под конец. Друзей. Но поначалу у него была цель, да, это богатство. Сначала богатство, а потом уже он понял смысл. Ну, короче, каждый останется при своем мнении. Да, оставайся. Вы, если что, можете писать в комментариях, как вы считаете, как вам Ассасин, стоит ли Юбиком дальше продолжать, что вы думаете насчет этого? Да, наше ваше мнение по поводу нашего спора с Аленой. Да, потому что я... Кто прав, кто не прав, кто виноват. Кто-то думает, что уже на второй части должна была серия закончиться. Кто-то думает, что первая самая лучшая как бы классика. Но я считаю, что первая, как бы, как и Watch Dog, она просто начало старта новой серии. И после первой, как обычно, идет вторая самая лучшая. Да не скажу. Ну, мне понравилась вторая, она для меня самая лучшая. Вообще Некоторые серии идут первые, а потом на вторую все умирает уже. Ну, есть и такое, конечно. Ну, с Ассасином, наоборот, первая, она более неудачная какая-то, но сюжет да, получился нет, отлично. Начало Ассасинов именно с первой происходит. Все, с чего начиналось. Она такая простая, хоть геймплей однообразный, ну, а сюжет ничего на хорошего. На геймплей никто не должен смотреть, все должны смотреть. На сюжет историю. В основном. Мне история, атмосфера, сюжет именно понравились в первой части. И во второй они уже, одна уже преподнесена более лучше. Ну, для девчонок, да, вторая часть больше нет, нравится. Нет, ты не думай, что там прям Эдсо дофига мне понравился. Нет, она харизматична. Ну, то, что харизматична, но не внешность. Ну, и внешность хорошая тоже. А вот именно первая, она для парней нравится. Он простоватый, спокойный. Ну, тебе первая, да, больше, чем вторая? Ну, не знаю, мне как бы все нравится. Насколько я помню, ты говорил везде, даже писал, что тебе все равно, какая из ассасинов, они тебе по-своему нравятся. Ну, они по-своему. Каждая есть. Ну, я тоже согласна, придерживаюсь того же, что каждая серия, она чем-то цепляет по-своему. Ну ладно, на этом мы все заканчиваем уже. Серию летсплей наш по Assassin's Creed Rogue. До встречи в других сериях, других летсплеях. С вами были, как обычно, мы, Вова и Алина. До свидания. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока. Комментируйте. Комментируйте тоже.